В Лесозаводске состоялось первенство Приморского края по пляжному волейболу и отборочные соревнования на 7-е международные спортивные игры «Дети Азии». 20 команд девушек и 12 команд юношей, представлявших Владивосток, Лесозаводск, Находку, Арсеньев, Сибирцево, Хороль, Черниговку и Спасск-Дальний, в течение 4 дней состязались за право представлять Приморье на играх «Дети Азии». Друзья, мы находимся в рамках соревнований. Все мы знаем, какие соревнования проходят, и действительно очень массовые. Такой вот хорошей, праздничной, дружеской, настоящей пляжно-волейбольной атмосфере. Дай Бог, чтобы такая атмосфера царила на волейбольных соревнованиях от года к году, от одного соревнования к другому, чтобы присоединялись к проведению соревнований массовых и в таком, в общем-то, хорошем формате с точки зрения организационных моментов к Лесозаводску и другие территории. Сегодня говорят о том, что действительно строятся пляжные площадки. Возможно, у нас этому будет больше внимания уделено. Жан Анзорич Кузнецов, как министр спорта, физкультуры и спорта Приморского края, поддерживает создание этих площадок для пляжного волейбола. Честь региона в составе сборной Приморья на играх «Дети Азии» будут защищать победители отборочных соревнований. Анна Орлахова из Владивостока, Елизавета Будлянская из Спасска-Дальнего, Ярослав Рылев и Максим Свинин из Лесозаводска. Как отметили в Краевом министерстве физической культуры и спорта, соревнования по пляжному волейболу стали заключительным этапом отбора приморских спортсменов на игры «Дети Азии». Напомним, 7-е международные спортивные игры состоятся в Приморском крае с 27 июля по 8 августа. Анна Дьякова, Олег Завялов, новости на 8.